культ — это в первую очередь волшебство, где исполняются все мечты и желания не только детей, но и взрослых. Это семейный праздник, где собираются всей семьей, там, с друзьями и отмечают его. Наверное, это какое-то волшебное время, когда вся вот предновогодняя суета, когда собираешься вместе всей семьей. Мама что-то там готовит на кухне, какие-то вкусности, там, вместе наряжать елку, дарить подарки. Новый год – это повод собраться всей семьей вместе. Если раньше, когда был маленький, мы отмечали Новый год только там с мамой, с папой и с братом, то сейчас мы собираемся все вместе, дяди, тети, бабушки, дедушки, и празднуем все вместе в загородном доме. Ну, это, наверное, крутое время, когда ты ждешь, получается, у тебя идет сезон, ты понимаешь, там, в декабре, что скоро, особенно, наверное, первые там, 2 года, ты очень ждешь этот момент, когда можешь поехать домой. Там, получается, конечно, всего 2 дня. Кажется, что столько дел можно успеть сделать, а на самом деле не хочется потом уезжать, потому что еще все новогодние праздники, все отдыхают, ты понимаешь, что уже сейчас вернешься, завтра уже будет тренировка. Моя традиция была то, что мы с семьей ходили смотреть фейерверк, к нам приезжали машины и били салют, и мы каждый Новый год встречали его так, и приходил уже обратно, а там уже подарочки. Я это узнал где-то лет 8-9, когда папа вдруг что-то забыл. Видимо, стать Дедом Морозом резко. Да, у меня первый раз будет 1 января, я не смогу отдохнуть там дома, побыть со всеми или съездить на дачу, ну ничего страшного, для меня даже это хорошо, что смогу остаться с командой вместе. Желаю всем армейцам крепкого здоровья, только побед, чтобы мы все становились только больше семьей и крепче. Я желаю вам здоровья, счастья, успеха, и чтобы у вас все было хорошо в новом году. Дорогие болельщики, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам здоровья, счастья и удачи в новом году, чтобы все ваши мечты и желания исполнялись. ЦСКА всегда будет первым.